Рад приветствовать коллекционеров, скупщиков, перекупщиков, а в особенности покупателей, а также просто зрителей моего YouTube-канала. Ребятки, сегодня у меня на обзоре две новогодние птички в прекраснейшем состоянии. Сейчас я покажу вначале красную, а потом вот эту разноцветную. И поехали. Итак, смотрите на эту красоту. Красочка вся целая, потертости нету, сколов нету, носик, видите, черненький. Хотя нет, вот чуть-чуть тут потертости краски есть. Ребятки, попрошу обратить внимание на хвост. Настоящее перо, то ли попугая, то ли какой-то африканской птицы. Это уже кто-то сюда его вклеил. Так точно на заводе не изготавливали. А еще, сейчас ты такое увидишь, что такого ты еще не видел. Смотри, вот она прищепочка. А птичка-то на пружинке. Смотри, как она пружинит. Как будто летит, да? Подстегнул ее на елку, а она как живая. Класс. Так, ребятки, видим? Дефекты все показал. Хвост настоящей птицы. Птичка летает. Прищепочка работает. Чуть-чуть, весьма чуть-чуть, поцарапанный носик. Это первая птичка. А, еще попрошу заметить на упаковочку. Видишь, какая бумажечка? Это все сабдепия. Каждая елочная игрушка завернутая была вот такую вот бумажечку. Птичка номер два. Чуть-чуть отличается от первой. Отличается чем? Во-первых, размером. Она покрупнее, постарше. И она разноцветная. Здесь... Не, давай вот так вот сейчас. Так, смотрим. Трубочка, да? Трубочка целая. Хвостик, да, тут какая-то леска. Перышек нету. Но при покупке, когда ты ее купишь, можешь вот это вот удалить и вставить такие же перышки. Покрасочки все прекрасно. Пружинка рабочая. Сейчас я тебе покажу, как она летает. Носик или клювик. Видишь? Целый. Да, скажем так, так же самое идеальное. Идеальное, хотя нет. Тут тоже вот небольшие потертости есть. Вожишь она прищепочка. Так же самое ты ее вешаешь на елку. И она как летит. Как живая, посмотри на нее. Итак, все показал, все видно, все, как говорится, прозрачно и в открытую. Вот же они две. Отличаются цветом, размером и хвостами. Ребятки, переходим на мой профиль. Две вот эти птицы уже сегодня в продаже. Без всякого скрытого резерва и всего остального. Всем хорошего вечера и удачных, как говорится, покупок.